Друзья, это жизнь Каюта. Да, это малыши, и они очень быстро растут, друзья, очень быстро. Поэтому обращаюсь ко всем, друзья. Нам не хватает места, чтобы рассаживать молодняк. Ребята, они у нас не рождаются. Это все, кого мы подбираем на улицах. Всех, кого мы подбираем на обочинах. Друзья, мы бы и рады не брать больше малышей. Но скажите, вы сможете пройти мимо чужой боли, мимо чужого голода, голодных глаз? Друзья мои хорошие, обращаюсь ко всем. Они все ориентированы на человека. Они очень ласковые, очень хорошие. Добрые, замечательные дети у нас. Просто замечательные, да. Хорошие мои, красивые. Я обращаюсь ко всем. Друзья, люди, ну жизнь, она такая короткая. У нас с вами она не длинная, а у животных она еще меньше. В десятки раз меньше. Друзья, обращаюсь к вам. Будьте милосердны. Найдите на сердце, ну, капельку сострадания тем, кого мы можем с вами хотя бы накормить, если мы не можем подарить им дом и семью. Друзья, нам очень-очень нужен бой. Нам необходим гравий, песок. Нам нужны доски. Они у нас очень быстро заканчиваются. Да, мои красивые, мои замечательные. Да, скоро построим, все будет хорошо. Посмотрите, вон тут ребенок у нас, инвалид, одноглазик. Да, дитя? У нас много инвалидов, ребята. У нас действительно очень много инвалидов. И я обращаюсь ко всем. Мы сейчас, у нас бардак здесь на входе, потому что, ребята, пытаемся убирать все, что у нас осталось с зимы. Ребята, мы это убираем. Сейчас ребята разносят корм, поэтому стоит лай. Буквально через час приют успокоится, и будет все хорошо, спокойно. Вода у всех налита. Я искренне благодарна всем, кто подарил нам ведра. Но, друзья, буду искренне благодарна, если вы подарите нам их еще. Ведер не хватает, друзья. Очень нужен цемент, очень нужен гравий, потому что вот этой машины, ребята, нам очень мало. Ее хватит буквально на пару вольеров. Мои хорошие, пожалуйста, вас так много. Разводим корм, ребята. Кормим. Да, мои красивые. Да, солнышко мое. Ты мой красивый, да. Ты мой красивый, мой золотой. Ребята, мои красавчики. Да. Ну что делать, мои хорошие? Жизнь такая тяжелая. Люди такие у нас стали равнодушные. Да. Как нам объяснить, что детям нужна помощь? Ну как? Я обращаюсь ко всем, друзья, пожалуйста, отзовитесь. Они имеют право жить, они имеют право получить вашу помощь. Пожалуйста. Что, малыш, не ревнуй. Не ревнуй, зайка. Не ревнуй, солнышко. Так. Что, мои хорошие? Мамины. Мамины, мамины. Да, мои золотые, мои красивые. Сколько у нас... Не ревнуй, зайка. Да, тебя тоже поглажу. О, Господи, ребята, как же это тяжело. Как же тяжело быть бессильным. Кричать, кричать и словно в пустыне. Так, ребята, работа продолжается. Двери закройте, ребята, двери! Работа продолжается. Огромное спасибо за гравий. Просто от всего сердца спасибо. Так. Вывозим мусор. Так, ребята, сегодня закончить! Так, а где остальные? Где остальные, ребята? Куда пошли? Ну что, ребята, тонем, тонем, тонем. Я вон наступила и утонула. Раз, сразу туда. Видите? Поэтому взяли сейчас самый-самый тяжелый бой. Разный бой, самый-самый такой, самый дешевый. А потом сверху, когда мы его укатаем, придется обязательно сыпать мелкий. И тогда у нас дорога поднимется, надеюсь. Но пока, ребята, это привезли всего первую машину. Первую. Мы ее раскатали. Не совсем, но раскатали. Убираем весь мусор.
Все, заставила все с дороги убрать, весь какой мусор по... Так, ребята, убирайте мусор! Мусор убираем! Это потом накидаем, когда трактор уедет. Главное сейчас, убирайте мусор. Да, ребята, мусор весь. Вали, ой, ну все, он справился, хорошо. Так, мусор убираем, сейчас отсюда все это выгребать будем. Главное мне пройти, чтобы я не провалилась. Я еще догадалась сегодня без сапог прийти. А вот это очень плохо. Так, ребята, да, давайте весь мусор убираем, а большие камни все в колею. Все камни, проваливаемся сильно. Все камни большие в колею. Две машины всего, ребята. Две машины, и вот столько мы смогли. Так, но этого мало. Этого мало. Это черновой вариант. Сверху будем сыпать другую, хорошую. Более чистый бой. Кирпичный. Было бы неплохо сделать это гравием, конечно, но, ребята, гравий очень дорого. Поэтому кирпич. Смена трактора стоит 22 тысячи. Это та необходимость, которая нам необходима, ребята. У нас здесь огромные ямы. И ходить здесь практически невозможно. Поэтому сейчас хотя бы до конца приюта. Это мы в самом конце, ребята, делаем сейчас. Хотя бы в самом конце приюта сделать дорогу, чтобы люди могли сюда возить корм. Потому что пройти сюда очень трудно. Потихонечку начинаем именно эту сторону приводить в порядок. Ну что, ребят, укатываем, укатываем. Все, отпустила ребят кормить собак. А сама жду еще машину. Надо будет мусор весь этот убирать, грязь это все. Черновой вариант мы засыпали. Хорошо укатали. И КамАЗ здесь поездил, и трактор. Все укатали очень хорошо. Теперь осталось сверху насыпать что-нибудь помельче, чтобы дорога была более-менее, и можно было ездить на ней тележками, не проваливаться и не цепляться за огромные камни. Друзья, нам очень-очень нужна помощь в оплате боя или гравия. Кто что сможет нам подарить. Буду искренне благодарна, друзья. Пожалуйста, очень прошу. Ну вот, приют почти покормили. Тишина. Господи, ну где нам взять денег, чтобы сделать все, а? Ну что, друзья, едет третья машина. Вроде уже хорошо идет. Надеюсь, не провалится нигде. Ну, провалится, значит, подсыпем. И дождь начался, ребят. Опять дождь, опять сырость. Опять мокро и невозможно просто, ну. Езжай, езжай! Давай, давай! Сейчас мы вот эту яму засыпем. Что здесь вообще невозможно, видите? Попробовал трактор проехать, сразу сел. Здесь только большие-большие камни сначала накидаем, потом все остальное. Короче, сначала мусор, ребята. Ребята, я готовлю место под бытовку. Вот здесь будет бытовка. Нам надо, чтобы машина привезла бытовку и не застряла. Чтобы она вот здесь у нас могла поставить ее. Поэтому сейчас мы площадку эту немного боем укатаем и дорогу, чтобы сюда мог пройти манипулятор с бытовкой. Вот это место у нас подготовится под бытовку. Друзья, я обращаюсь ко всем. Что такое частный приют? Это постоянные просьбы о помощи. Я обращаюсь ко всем, друзья. Пожалуйста, отзовитесь. Помогите нам хоть немножечко привести приют в порядок. Да, это вначале тяжело, но когда нас много, ребят, мы же справимся. Искренне вам благодарна от всей лохматой души. Спасибо.